Всем привет! Сегодня у нас пикник, и я хочу вам показать, как можно быстро на пикнике сделать очень вкусные лепешки. Или их еще называют тортильи или кесадильи, но лепешки мне нравятся больше. Все, что нам понадобится, это, соответственно, лепешки и любые овощи, которые вы только пожелаете. А также в качестве начинки у нас еще будет курица, которая у меня уже жарится на мангале. Ее можете замариновать тоже любым способом, который вы только хотите. Ну что, поехали! Давайте начнем с овощей. Все овощи нам нужно порезать. Начнем с огурцов. Сначала снимем их кожицу. Можно и не снимать, кому как нравится. Пока я резала огурцы, курица уже приготовилась. Сейчас мы ее снимем и дадим остыть. Я использовала куриное филе, чтобы наши кесадильи были не только вкусными, но еще и очень полезными. Теперь нарежем помидорки. И теперь нарежем зелень. Наша курица немножко остыла, теперь можно ее нарезать. Она получилась очень мягкая и сочная. Мариновала я, кстати, просто в соевом соусе и в меде. Теперь будем собирать наши лепешки. Также для того, чтобы сделать их еще вкуснее и пикантнее, я буду использовать сливочный сыр. Сначала намажем сливочный сыр. Теперь мы сюда положим листики салата. Теперь еще раз смажем сыром. И будем начинять начинкой. Так, положим мы сюда курицу. Огурчики, помидорчики, зелень и завернем. Те же самые манипуляции проделаем с следующими лепешками. И отправим жариться на мангал. А пока приступим ко второму варианту. К нашим нарезанным овощам добавим курицу, кукурузу, зелень. Еще нарежем лучок. Добавим сливочный сыр, лимонный сок. Все вместе перемешаем. Теперь полученной массой будем начинять тортильи. А пока можно доесть остатки. Вторые лепешки подоспели, значит, можно приступать к сервировке. Я пошла пожрать эти вкусняшки и смотреть футбол. А вы не забудьте поставить лайк под этим видео. И встретимся в следующем видео. Пока!
Мы проигрываем 2-0. Мы тут футбол смотрим. Уругвай, Россия. И мы проигрываем.